Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Пришли мы собирать баклажаны. Сейчас у нас середина августа. Стоит прохладная, дождливая погода. До этого стояла жара. Поэтому баклажаны в этом году как-то не очень хорошо растут. Из-за вот этих перепадов. То слишком жарко, то вот так вот холодно и дождливо. Но все равно баклажанчики нарастают. И беленькие вот эти вот. Очень они вкусные. Мы всегда снимаем с них кожицу вот эту вот. И у них очень вкусная такая-то, знаете, как крахмальная мякоть. Их достаточно много, хоть они и мелкие. Но в целом для приготовления различных блюд они подойдут. Вот этот баклажан «Белая ночь». Смотрите, какая пересортица попалась. Вот такие вот баклажаны, совсем-совсем крохотные. Ну, посмотрим, что из них что-то вырастет. Так их много, но они очень мелкие. Скорее всего, пересорт. Ну, в целом, вот такие вот в этом году небольшие, не очень крупные баклажаны. А, вот он, баклажан Маугли. Тут уже перезревший. Так, в целом, тоже он какой-то не очень крупный. Вот такие вот, как шарики, плодики в этом году. Висят на нем, зависть тоже есть еще. Там вот багира. Тоже постепенно. Начинает отходить от этого, от холода, от жары. И понемногу нарастают. Ну, будет еще волна вот плодоношения. Это колорадский жук сидит и ест. Еще один. Сейчас уже ничем не обрабатываем. Дождь, потому что идет. Придется так просто их собрать. Вот такие вот баклажаны багира. Еще, конечно, он должен нарасти. Но в целом вот такие вот. Очень даже симпатичные формы. И очень тоже вкусные. Вот такие вот баклажанчики собрали. Ну, в целом на одну жарку. Этого будет достаточно. И приступаем к готовке баклажанов. Срезаем с одной стороны вот эту верхушку. И кончик баклажана тоже срезаем. И сейчас обычной овощечисткой, получается, уберем вот эту вот кожуру. И баклажан у нас будет готов к приготовлению различных блюд. Вот такие вот у нас получаются баклажаны. Вот эти белые, они более рыхлые. А темные баклажаны фиолетовые, они более плотные. Ну, сейчас мы их нарежем, затем будем обжаривать. Нарезаем наши баклажаны. Семян практически вообще нет. Такие вот они. Очень рыхлые. Такое. В общем, очень хорошие для жарки. Вот нарезаем такими слайсами. И затем уже будем их обжаривать. Нарезали наши баклажаны. Так как они у нас молодые, то мы не будем их предварительно замачивать, натирать солью, потом ждать 20 минут, пока появится сок. То есть не будем промывать так, а сразу нарезали и добавим вот такую вот приправку, смесь перцев. И сразу можно их начинать обжаривать. Добавляем соль, все хорошенько перемешиваем, и наши баклажанчики готовы. Разогрели на сковороде растительное масло, и вот начинаем обжаривать наши ломтики баклажана. Соли и получается приправе смесь перцев. Сейчас с одной стороны обжарим, перевернем и с другой. Вот такие вот у нас получаются баклажанчики. С такой пикантной ноткой, так как мы не промывали их, ну, то есть не замачивали в соли, не натирали солью. В общем, какая-то немножко горечь такая, совсем чуть-чуть она присутствует, но это очень даже пикантно и очень вкусно. Вот следующую партию также с одной стороны обжарили и с другой переворачиваем и обжариваем до готовности.
Вот такие вот вкусненькие получаются баклажаны. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.